Всем привет, с вами канал ДТВ. Мы на ЖК Ломоносове. Город Ломоносов, Ленинградская область. Сегодня 14 июня 2020 года. Так, что мы видим? Третий корпус. Четвертый. Пока земляные работы делаются, фундамент. Вот, во время пандемии ровно месяц стройка была приостановлена. И буквально дней 6 назад возобновилась. Вот третий корпус здесь. Сейчас мы пройдемся внутрь, заснимем, как это выглядит с внутренней стороны. Первый корпус уже сдан в эксплуатацию. Второй до сих пор люди ждут сдачи. Вот скоро должна ключи выдать. Зря найдем. Заходим внутрь. Внутрь первого корпуса. Сейчас мы пройдем сквозную ближе к парку. Там, кстати, маленький ручеек. Здесь, кстати, мусор разделили, видишь? Сейчас мы покажем, где у нас мусор. Картон и мусор, видишь? А, да. Там да. Все разделяют. Да, ну пока урна. Только видно. Здесь, да, в помещениях урна стоит. Первый раз мы так снимаем. Смотри. Вот такой материал здесь, в принципе, неплохой. Кирпичное монолитное строение. Ну, есть косяки, конечно, но без этого. Вот. Давайте мы посмотрим, что там внутри у нас. Видно? Парадная.
А вот парадная, да, если мы видим. Парк. Ну вот, да, там третья, четвертая очередь получается. Закрыто. Вот, ручеек весь высох. Всем пока-пока. Пока.